Добрый день. Сходил на приемку. Так особо ничего не взял. Ну, месяц уже, наверное, не снимал, поэтому сниму. Вот такая вот штуковина. Немножко помята. Я поглядел примерно в таком состоянии от 300 рублей. Ну, пускай 250. Чайник. Мне нужен для фотосессии такого типа чайничек маленький. Ну и какой-нибудь полтишок, я думаю, на базар. Странно, я это не брал. Какая-то фольга. А, наверное, когда ссыпал, попало. Понятно. Ну ладно. Катушка. Вроде работал. Пускай еще полтинник. Такой вот интересный. Я уже не уверен, что это конденсатор. Но нет, ну 20 микрофарад, нечем быть, кроме конденсатора. Вроде живой. Еще до конца не помню, ну как сказать, была одна мысль, но не знаю. Пригодится, нет. Кнопка. Вот сделано в СССР до 660 вольт переменной. 440 постоянный, 10 ампер. Хочу я сделать наждак. Хочу я просто... Так, ладно. Замок. У меня по полтинничку вроде берет. Ну, не знаю, возьмет, не возьмет. Есть покупатель, который любит такого типа замки. Вот. Ну, что-то один он у меня не взял. Замок. Вот, ну, магнитик. Так, ладно. Потом займемся.
Вот, по ощущениям пользовались, но немного. Ну, кстати, я недавно продал за сотку неполный комплект такого типа щупы. Ну, посмотрим, какое состояние надо. Почистить сейчас не буду, даже дергать. Ну, это что у нас получится? Маска 250, щупы 100, 350, чайник, полтинник 400, замок полтинник 450, катушка полтинник 500. Полтинник, допустим, это, ну, еще два полтинника. То есть на 600 рублей взял на 90. Вот. Ну, видите, маска, конечно, плохо может уйти, потому что кто занимается хоккеем, тот вот. В хоккей идут те, у кого есть деньги на форму. Вот. Опять же, в хоккее в основном дети занимаются. Ну, это профессионалы там, у них это отдельный разговор, они бушные не берут. Вот, а дети там, ну, это особый. То есть надо взрослым, а пофигу в чем. Ну, не пофигу, ну, как-то меньше внимания обращают, а ребенку-то могут. А, какая-то у тебя там старая маска, фу-фу-фу, там, какой-нибудь, ну, поэтому, ну, посмотрим, опять же, из нее можно какую-нибудь приделать к каске какой-нибудь строительной и там, типа, фонаря сделать. Что-то такое. Поглядим. Вот, ну, вот чайничек интересный, он со свистком. Ну, не знаю, насколько рабочий, надо там кое-что подогнуть. Вот, ну, и мне нужен был как раз маленький чайничек для фотосессии. Ну, можете за сотку уйдет как-то посмотреть. Вот, а так вообще немного. То есть я вот эту маску в прошлый раз присыпал снегом. Вытащил конденсатор в позапрошлый. Но насчет конденсатора я не уверен, что он мне сильно нужен. Вот. Ну, то есть он чем хорош? Он вроде на 450 вольт. То есть можно использовать, ну, когда высокое напряжение, то есть вот. Ну, не стабилизировать получается. Ну да, допустим, можно сделать гирлянду, например, поставить, допустим, выпрямитель и конденсатор. Там 220 идет на гирлянде, а? Ну, чтобы не мерцало. Ну вот, то есть что-то. А светодиодный я имел в виду сделать, чтобы светодиоды не мерцали. Он довольно большой. То есть он будет сглаживать. То есть ставим мост. 220 выпрямили. Кондеем сгладили. И светодиодов кучу в гирлянду. Ну, можно вот так вот сделать. Ну, как бы не совсем хорошо, но... Поэтому я не уверен, что зачем ей нужен. Ну, с другой стороны, там чуть-чуть больше получилось. Мне все равно округлили. Если бы я его не взял, то все равно те же 90 рублей. Вот. Ну, а так можно, опять же, провода там какие-то эти, при желании ободрать медные. Разбогатею. Вот. Запчасти у меня там покупают по 50 рублей. То есть, в принципе, он тяжелый. При желании вот это можно уже. Ну, то есть взял по 45. Продал по 50. Ну, как минимум. Ну, опять же, как я уже сказал, что я все равно за эту сумму взял. Вот. Ну, а так в три приемки зашел. Сегодня вот в одной взял только. Ну вот поэтому ничего особого нету хорошего.